Друзья, всем привет! Сегодня у нас распаковочка. Посылка у нас пришла тут. Извещение. Я заказывал два кабеля для мобильного телефона. И для своей камеры. Тут еще что-то есть. Короче. Вот у нас тут такое. Thank you for choosing us. Благодарность такая от продавца, что мы их выбрали. И просит, чтобы мы поставили 5 звезд. Ну, сейчас мы проверим и поставим. Так, ну, коробка мята. Заказывал, получается, полметровый, 50 сантиметров, и двухметровый. Сейчас посмотрим. Ну, эта фирма хорошая, я уже брал себе от них. Брал уже у них шнурок такой, ну, не такой, их фирмы брал. Вот такой, ребят, шнурочек у нас. Полметра, 50 сантиметров. Ну, я его брал для передачи данных на компьютер. И мы сейчас проверим его. Работает он на передачу данных или нет. С виду все качественно сделано. Все четко, никаких изъянов не видно. Вот у нас двухметровый еще. Двухметровый кабель. 200 сантиметров. Сейчас мы достанем и проверим его. У него тут даже инструкция есть. Thanks. Благодарность за выбор их магазина, их компании. Вот такой вот пакетик, он двухметровый кабель. Этот синий, этот черного цвета. Также хочу заметить, что особенность этих кабелей в том, что разъем microUSB у них двухсторонний. То есть его не нужно смотреть, какой стороной вставить. Он и одной стороной, и другой вставляется. Вот у нас разъем телефонный. Вставляем его так. Довольно хорошо сидит, довольно хорошо входит. Переворачиваем его и вставляем с другой стороны. Тоже хорошо туго сидит, но мы сейчас его попробуем подключить к нашей банке и будет ли идти заряд. Видим, заряд идет. Пробуем перевернуть. Заряд идет. Пробуем двухметровый. Довольно хорошо сидит. Заряд идет. Переворачиваем. Вставляем. Заряд идет. Также одна из особенностей этих шнурков, что они согнуты под 90 градусов. То есть удобно, например, горизонтально держать телефон при съемке там, видео там, или на стриме, кто стримит с телефонов, да. И этот шнурок, получается, у вас сразу идет вниз, уходит. Он не идет прямо и потом на сгиб. Он сразу уже согнут изначально. Вот такие вот преимущества, ребята, у этого шнурка. Ну, вернее, у этих шнурков. Ссылку я оставлю в описании на этого продавца. Также сейчас я подключу к компьютеру и попробую, как они работают на передачу данных. То есть много шнурков есть, которые работают просто на заряд. Ну, для зарядки можно только заряжать. Но мне было интересно, чтобы я мог передавать данные через них. То есть с камеры либо с телефона перекидывать там видео, фото, там различную музыку там на компьютер. При помощи шнурка вот такого.
Так, ребят, проверил я. Эти шнурки оба работают. И передача данных, все класс, все суперски. И сам USB сидит нормально, жестко. Так, ну, посылка мне шла с этого магазина без одного дня месяц, 29 дней по России. Ну, в общем, я доволен. Я как бы хотел давно все нормальные такие шнурки, чтобы они были загнуты вот по 90 градусов. А вот эта функция, то, что они могут с двух сторон втыкаться, либо одной стороны, либо другой, так это вообще меня порадовало. В общем, кому интересно такие шнурки, заказывайте, конечно. Я ссылку в описании оставлю. Там зайдете, посмотрите цену, определитесь с размером. Там три размера, полметра, метр и двухметровый шнурок. Вот. И решите для себя, какой вам нужен. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если понравилось. Если не понравилось, лупите дизлайки, пишите комментарии. Все, ребят, всем пока.